Тимофей Цыганов. Первый дан. Принципиальное различие школы, Дмитрий, мне кажется. Принципиальное различие. Цыганов также более двигающийся спортсмен. И он принимает также боксерский момент боя, что для карате не всегда положительно и не всегда свойственно. Сергей Осипов держит центр тяжести внизу, у него более мощные акцентрированные удары. И он, соответственно, также двигается на соперника, тем самым оказывая давление, тем самым зарабатывая себе очки на плюс. Хочу сказать о Цыганове. Тимофей Цыганов – это достаточно знаменитый спортсмен, мастер хороший. Он выступал по разным видам карате. Вот, допустим, на международном турнире в Москве, который был в ноябре месяце, он по шихара карате, это родственный стиль, завоевал первое место с сильными соперниками. Он был призер России, призер Евразии. Много схваток он выиграл нокаутами. В таком случае мне останется рассказать о Сергее Осипове, чемпион России, чемпион нокаут карате, чемпион мира Аяма карате, чемпион Евразии, чемпион Великобритании. Только вдумайтесь в эти слова. Наши парни сегодня укладывают абсолютно запросто спортсменов всех континентов. Не смущает ровным счетом ничего. Я видел Сергея, который принимал участие в чемпионате России по одной из параллельных версий Киокусина. Он везде был очень жесток, я думаю, что о жесткости Сергея не стоит говорить после увиденного. Самое интересное, что Сергей по натуре очень добрый человек, мягкий.